Молодая каргандинская пара не полетит отдыхать в Турцию. Все потому, что у них был долг за кредит. Наши корреспонденты вместе с судебными исполнителями выехали на очередной рейд, чтобы встретиться с должниками. Вы находитесь в списке ограничений по гражданскому судопроизводству, в связи с чем вы телегосударственной границы пройти не можете. Это ошибка какая-то, не может быть. Лето, пора отдыха, но, к сожалению, не для всех. Судебники всерьез взялись не только за алиментщиков. Карагандинские судебные органы проводят очередную общереспубликанскую акцию «Открытая граница». Сейчас они проводят разъяснительные работы с гражданами и должниками, поэтому прежде чем собирать чемоданы, нужно убедиться в том, что у вас нет долгов. Мы просто уверены, да, что у нас нет долгов. Мы всегда все платим по счетам. Спи спокойно. Ну, конечно, у нас не всем есть такие должники, которые есть и по возможности, которые не могут исполнить. Есть, которые, получается, в период отпуска решили, узнали, что есть такая система «Беркут», что они все равно не смогут выехать. Сегодня судебные исполнители города выехали на очередной рейд, но только уже в аэропорт Сары-Арка. Этой ночью сняли с рейса директора одной туристической компании. В связи с необходимостью получения фактов погашения задолженности должников проводим такую акцию для предотвращения таких фактов снятия с рейсов. Как выяснилось, у владельца фирмы есть долг в банке. По словам женщины, задолженность в размере 3,5 миллиона тенге ее мужа. Вам только вынесли это постановление, вы не могли брать вообще билет, вы просто, знаете, вот халатно отнеслись. Вот зачем. Ладно, все это? Хорошо, не пропускайте меня. Теперь, чтобы избежать такой ситуации, карагандинец может обратиться за консультацией в департамент по исполнению судебных актов, где сотрудники подробно объяснят все законы. Динара Сартаева, Кайрат Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский.